Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Конец марта, на улице вообще погода отвратительная, метет, метель. Смотрю, детвора гуляли, разбежались, видимо, усиливается метель. Нужно сегодня съездить в пару магазинов, купить продукты, что-то по бытовой химии, но не потому что все паникуют, а потому что у меня уже все закончилось. Попробуем показать покупки. Сегодня покажу за несколько дней, девчонки. Как-то не сложилось собрать их в кучу все во влог, поэтому буду показывать сегодня. Отвратительная погода, хочется уже тепла, зеленой травки. Ну, что поделать, это север. В общем, все одеты, замотаны. Видимо, метет хорошо. Сходили мы в магазин, точнее, не сходили, съездили не в магазин даже, а на рынок. Нужно было кое-что купить. Съездили, купили. Был вот такой, я даже не знаю, как это назвать, напиток. Это безалкогольный, это, не знаю, сок. Сок, напиток или что это. Ну вот, например, этот манго. Есть маракуйя. Вот, мангостин, маракуйя, киви, лича. В общем, сказали, что очень вкусный такой в бутылочках напиток, типа сока. В общем, решили взять всех по одной и попробовать. Салат. Взяла такую вот смесь. Пару гранатов. Назначенным дали редьку. Не знаю, что буду с ним делать. Мандарины. Взяла свои любимые конфеты к чаю купить, но это все, что было на наличие, закончились. Повторили с мужем копченые ребрышки, хрящи. Очень тоже понравились. Взяли у женщины, повторили. Также купили два лаваша. Там хорошо делают на рынке, горячие, вкусные. И, ну, дело идет в Пасхе, поэтому взяла одну такую еще салфеточку. Пока не знаю, на подарок или такая вот прелесть, или вот дома украсить что-то. Ну, в общем, посмотрите, какая красота. Я думаю, будет очень красиво. Поэтому взяла, стоило 50 рублей. Пусть будет. Ну, вот такие вот небольшие. Также еще купили пакет картошки с мужем. Уже картошку показывать не буду. Пакет стоит. Вот такие были сегодня небольшие покупки. Еще раз всем привет. Продолжаю влог. Сегодня, наверное, уже 23, если не ошибаюсь, марта. Сходила в магазин. Мне нужна была морковка и укроп. Морковку нашла, взяла чуть-чуть. Мы ее много не используем. Укропа не было. Увидела вот такое интересное средство для мытья посуды. Достаточно бюджетное. Решила попробовать, ну как бюджетная, в районе до 100 рублей, поэтому решила попробовать аромат роза и лимон, по-моему, или лайм, что-то в этом роде, но пахнет прям лаймом, очень хорошо пахнет, понравилось, решила взять. Повторила вот такой жидкий стиральный порошок с монетки, мне очень понравился для цветного, повторила. Увидела вот такой интересный кусочек мыла в коробочке. Я даже не знаю, чей он. Давайте смотреть. Ну, поставщик, понятно, изготовитель. Таиланд. Вот такой вот с авокадо решила взять, но не себе взяла. И вот такой вот давно искала этот крем для рук от Левуар. Крем для рук и ногтей. Это тоже монетка. Увлажнение питания, масло авокадо и оливы. Очень хвалят этот крем, девчонки. Поэтому решила уже взять, чтобы уже все было. Тоже достаточно бюджетный, попробуем. У меня закончилась интимка, увидела вот такую от Деликар с экстрактом лотоса и ромашки. Содержит молочную кислоту, естественно, уровень pH, не знаю, первый раз у меня такая Деликар. Лотос, ромашка, алантаин, молочная кислота. Взяла попробовать. Посмотрим, как будет. Не знаю, впервые такое. Ну и кофе попить. Я хотела взять булочек, но, видимо, неудачно зашла. У них еще ничего толком в наличии нет. Я имею в виду свежего. Еще не приготовилась. Я взяла пару таких небольших мини-пиц.
попить чаю. Вот такие вот были сегодня покупки. Ничего примечательного, не знаю. Даже не знаю, чем сегодня будем заниматься. Малыш, ты привет будешь говорить, Мась? Ты будешь говорить? Он пошел пролазить сюда. Где Пипка? Ты привет-то будешь говорить? Нет, не будет. Стесняется парень. Продолжаем свой влог. Муж сегодня выходной. Скучно. Муж сидит, играется в компьютер. Занимается своими там кораблями, игрушками. У меня фарш еще раз замерзший тает. Поэтому готовить пока не получается. Сходила в магазин. Купила вот такой вот очиститель для плит, духовок и свечей, печей, прошу прощения, Top House. Не знаю, насколько это будет хорошее средство. 200 рублей, 186 рублей. Не знаю. Попробую. Был там более бюджетный вариант, тоже так же, вот как пена. Но вот этот остался один. Смотрю, один человек подошел, взял, другая женщина подошла, взяла. И в итоге он стоял один, остался. Я думаю, возьму, пока он есть. Хотя не уверена. В общем, буду пробовать. И взяла также от Уником как-то. Ира, Ира, привет тебе, если смотришь. Показывала моющий, да, шампунь для моющих пылесосов от Уником. Это Израиль. Хвалила. Решила взять попробовать. Не знаю, такой он, не такой. Израильское вот качество. Будем пробовать. Хочу найти свой шампунь моющий для пылесосов. Подобрать более оптимальный вариант. Пока будем экспериментировать, так сказать. Здесь объем литр. Стоил тоже не бюджетно. 346 что ли рублей или что-то около того. В общем, грубо говоря, 400 рублей. Не знаю. Буду пробовать. У меня есть еще шампунь от Томас. Его как бы родной. Есть еще обычный. Ну, не особо я в восторге именно от родного шампуня. Обычный, мне кажется, как и все. Поэтому решила побюджетнее найти что-то для себя оптимальное. В общем, пока что методом проб буду искать оптимальный шампунь. Была в Магните, заходила в Магнит у дома. Понравились мне эти салфетки, с удовольствием пользуюсь. Мне раньше присылала Вика такие икеевские. Ну, Икеи тут у нас есть такое... Бледное подобие Икеи. У нас вообще город мне нравится прям. Наподобие Фикс Прайс, наподобие Икеи магазины. В общем, увидела вот такие в Магните. Я уже два раза брала. Но единственное, что плохо, они белые. Чисто белые. Конечно, очень быстро ухайдокиваются. Не стируются. Были со скидкой. 36 рублей. 5 штук взяла. Почему нет? Новенькие. Пусть будут. Время ужин. Да, сейчас я хочу сделать салат. Было пару огурцов, помидорка и вот такой вот смесь салатная. Да, сейчас дам, сейчас. И мы будем, хочу сделать такой по максимуму витаминный салат, так сказать. Приготовила салат. Не знаю, насколько он будет на камеру аппетитный, но поверьте, классно. Огурцы, помидоры, много зелени, даже Рите понравилось. Но это не основной ужин, еще сам картошка с мясом, с мяской. Потушила и салатик. Всем приятного аппетита, кто тоже сейчас ужинает. Пишите, что вы сегодня на ужин приготовили. Будем заканчивать свой влог. Сегодня небольшой такой. Рита там кушает, доедает свою картошку. Тут у нее малина, ест со своей посуды. Да, Рит? Хулиганит. Муж ходил в магазин, купил хлеба. Такой необходимый хлеб, яйца. Не поверьте, туалетную бумагу я не пошла. Мне неудобно. На фоне того, что у людей истерия, уже неудобно ее реально покупать. Ну и у меня закончился чистим. Решила взять. Сейчас это необходимо. В любом случае нужно все-таки себя беречь от всяких вирусов. Поражает, конечно, людское безразличие и безалаберность в России. Уже официально карантин, всем дали 10 дней сидеть дома, по возможности никуда не ходить, но народ как с ума сошел, решили, что это личный подарок от президента для них, да еще и оплачиваемый, так сказать, пьют, гуляют, субботники,
устраивают пикники, и мне, конечно, это не понять. Неужели себя не жалко, своих близких не берегут? Сейчас это просто удивительно, конечно. Мы сидим дома, Дарит, соблюдаем правила карантина, стараемся никуда не ходить, нигде не лазить, потому что только-только выздоровели и решили не рисковать, тем более маленькими детками, чего и вам, ребят, искренне желаем. Истерить не нужно, впадать в панику, конечно же, не нужно, но беречь все-таки себя стоит. Раз уже пошло такое дело, что уже дошло до карантина, я думаю, стоит позаботиться о себе, о своих близких. Вот такой вот был коротенький влог. Спасибо, кто был со мной, кто смотрел нас, да? Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. И всем говорит пока-пока.